Надо найти тех, кто в отряде Дамблдора, и убедиться, что с ними все хорошо. Посмотри на карту мародеров. Так нам будет легче найти остальных ребят из отряда. Посмотри на карту... Вингардиум Левиоса! Вингардиум Левиоса! Мисс Лавгуд во дворе у часовой башни и, кажется, спит с открытыми глазами. Вкладыши от шоколадных ли... Здравствуй! Привет! Да? И что в ней? Они спрятали во дворе портативные болота. Хотят, чтобы мы их установили. Вот одно из них. Нужно только перенести его на середину двора. Идем за болотом.
Вингардиум Левиоса! Гарри, иди поговори с ней. Рон, задержись. Нас не должны видеть вместе. Это вызовет подозрения. Сгребем вещи и залезем наверх. Вингардиум Левиоса! Продолжай! Иди поговори с Полумной. Вы с Роном помогаете Луне, и я стою на страже. Может, в Хогвартсе заведутся болотные фонарики? Твой друг Рон такой забавный. Нужно перенести портативное болото в центр двора. Иначе Фред и Джордж вывернут его нам на голову. Теперь можно залезть на крышу. А, кстати, зачем? Чтобы попасть к болоту. Болото на крыше? Портативное болото Фреда и Джорджа. А, хорошо. Теперь что делать? Здесь в крыше пролом. Нужно ее починить, тогда я смогу перебраться на ту сторону. Репаро, помочь? Репаро! Мы справимся! Должно быть ящик с болотом в этой башне. Джордж просили поместить болото в центре двора. Значит, нужно спуститься. Осторожней! Нужно перенести ящик в центр двора. Думаю, ящик с болотом должен стоять на крестике. Готово. Теперь надо отойти подальше и открыть ящик с помощью редукта,
или инсендио. Давайте поставим ящик на крестик. Да уж, Фред и Джордж знают свое дело. Говорят, они и в других дворах спрятали эти ящики. Нужно найти их и установить. Посижу тут и подожду болотных фонариков. Если мы хотим проучить Амбридж, нужно отыскать других на карте мародеров. Посмотри на карту мародеров. Дальше магловедение. Интересно, что будет на уроке? Здесь не мешает прибраться. Мясо с подливкой. Как вкусно! Ням-ням-ням. Такая усталость навалилась. Нужно неспешно и важно ступать, чтобы на пол невзначай не упасть. Хорошо. Порядок. Поттер опять схлопотал по зельеварению. Эй, Гарри! Репаро! Я рад, что распределил. Шляпа направила меня в Слизерин. Как ты думаешь, что больше, голова Поттера или рот Грейнджер? Он у нее вообще не закрывается. Давно пора заткнуть. Нам нужна твоя помощь, мы... Напоминаю ученикам, что передавать записки в классе запрещено. Эти объявления выводят меня из себя. Мы, кажется, придумали, что с ними сделать, но нам нужна твоя помощь. Ладно. Можешь помочь это сдвинуть? Тогда ты заберешься туда и зальешь болтушку для молчунов в громкоговоритель. Хорошая мысль, да? Отлично, так и сделаем. Вот зелье. Гарри, мы постоим на страже. Рон, нечего строить рожи. Кто-то должен стоять на страже. Вингардиум Левиоса! Класс! Поттер, суд еще не вызывали. Очень смешно. Если нужно попрактиковаться с заклинаниями, обратись к профессору Флитвику. Можно потом сходить к нему на урок? Он челкнулся, потому что дружит с грязнокровкой. Чего они пристают? Эй-эй! Эй! Класс! Живей! Лей на него зелье! Живей! Лей на него зелье! Говорит генеральный инспектор. Я ем жаб.
Сработало! Пойдем приготовим еще болтушки для молчунов и испортим остальные громкоговорители. Попозже увидимся рядом с одним из них. Пока, Гарри! Я так хочу попасть в команду по квиддичу. Из меня бы вышел отличный загонщик, как думаешь? Поттер всегда такой придурок? Или притворяется? Профессор обычно ведет здесь порядок. Правильно? Поттер опять схлопотал О по зельеварению. Инсендио! Внимание! Ходить по коридорам не разрешается. Детям следует бегать сломя голову. Небось, уже и нюни распустил. Неужели правда то, что Поттер трубит про сами знаете кого? Я про него читала. Не могу поверить, что он был таким плохим. Акцо! Если нужно попрактиковаться с заклинаниями, обратись к профессору Флитвику. Можно потом сходить к нему на урок? Поможешь мне с домашним заданием? Снег за мной следит. Он мне голову свернет, если заметит, что я до сих пор не делаю домашнее задание. Вроде громкоговоритель есть на первом этаже. А как насчет громкоговорителя у входа на виадук? Там мы еще не были. Приключений? Вздор и чепуха. Драконье яйцо! Проходите, друг Пуффендуя! Так держать, мистер Поттер! Добрый день! Привет! Видел, какие учителя дерганые? Наверное, из-за этой тетки Амбридж. Дерганые учителя просто класс. Только этого нам не хватало. Драконье яйцо! Всегда оставайтесь таким же отважным. Отличный денек для учебы. Очень хочу попасть в Хогсмид. Ты пойдешь? Надеюсь, Амбридж возьмет Гриффиндорс. Где-то здесь был громкоговоритель. Кому нужен почти безголовый Ник? Вот кровь. Гарри, помоги еще раз. Мы сделали еще болтушки для молчунов. Вот зелье. Гарри, мы постоим на страже. Мы проследим, чтобы тебе не мешали. Амбридж, просто класс! Вингардиум Левиоса! Гарри, спасибо за помощь. Класс!
должны баловаться! Баловаться и баловаться! Ждем тебя у следующего громкоговорителя. Не задерживайся там. Кто-нибудь заметит, что мы ломаем громкоговорители? Осталось найти 4 громкоговорителя. Грязнокровка, понятно. Пошел ты. Давайте найдем остальные громкоговорители. Гарри, помоги еще раз. Мы сделали еще болтушки для молчунов. Рифаро! Вингардиум Левиоса! Гарри, спасибо за помощь! Класс! Живей! Навозные бомбы строго воспрещены! Мистер Филч ужасно воняет! Наконец-то Амбридж говорит умные вещи! Вроде громкоговоритель есть на первом этаже. Ла-ла-ла, ла-ла-ла. Наверное, скоро конец. Поттер, Ханючка. Отвали, дурачья. Незабудка. Спасибо, я сам чуть не забыл. Громкоговоритель был где-то здесь. Эй, Поттер, что пишет в ежедневном пророке? Плюнь на них. Вингардиум Левиоса! Гарри, мы сделали еще болтушки для молчунов. Вот зелье. Гарри, мы постоим на страже. Рон, иди посторожи там, а я пойду туда. Депульсо! Гарри, спасибо за помощь. Уф! Помните, дети, рассказывая о проступках друзей, вы не становитесь доносчиками. Каждый ученик, которому было назначено наказание, получит бесплатную порцию сливочного пива.
Ждем тебя у следующего громкоговорителя. Не задерживайся там. Кто-нибудь заметит, что мы ломаем громкоговорители. Очень хочу попасть в Хогсмид. Ты пойдешь? Воло футурус унус. Проходи, друг. Здорово, что Драко с нами. Победа у нас в кармане. Там есть громкоговоритель. Гарри, помоги еще раз. Мы сделали еще болтушки для молчунов. Вингардиум Левиоса! Наш девиз – образование, образование и еще раз образование. Надеюсь, дети, экзамены вам понравятся. Вот зелье. Гарри, мы постоим на страже. Рон, нечего строить рожи. Кто-то должен стоять на страже. Гарри, спасибо за помощь. Живей! Напоминаю ученикам, что повреждение школьных громкоговорителей не запрещено. Должно быть, заметили те, что мы уже поломали. Нужно скорее все сломать. Новый день знаний. Успехи в учебе. Любопытство – непременное свойство нормального человека. Привет. Инцендио! Идем со мной в советник. Я за. Где-то здесь был громкоговоритель. Гарри, помоги еще раз. Мы сделали еще болтушки для молчунов. Вот зелье. Гарри, мы постоим на страже. Рон, иди посторожи там, а я пойду туда. Вингардиум Левиоса! Класс! Каждый, у кого будут обнаружены навозные бомбы, мылые жабьи крылья, кружки.
лягушки, кусающей за нос, будет сурово наказан. Нет времени. Класс! Живей! Дети, мы сможем подружиться. Не верю. Пусть не болтает. Спасибо, Гарри. Да, спасибо. Я даже простила тебе святочный бал. Вам спасибо. Увидимся, Гарри. Надо найти тех, кто в отряде Дамблдора. И убедиться, что с ними все хорошо. Посмотри на карту мародеров. Так нам будет легче найти остальных ребят из отряда.